Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 15-й день, и я забираю 4,5 миллиона древесины. Все, закрываем это дело. Так, переходим с тобой на рынок и открываем пак. Загадочный. Ну, как всегда, по стандарту получаем монеты Одина. Громель. Кревет, водорез и ресурсы. Так, все, я понял. Тут у нас, кстати, смотри-ка. Секунду, подожди-ка. Вот это я могу открыть ведь. И кто у нас тут? Громобой. У меня аж два в наличии. Давай отпускать. Но он нам не нужен, ребят. Он нам не нужен. Так, зеленая смерть. Давай посмотрим, что нам принесла. Так, монета какая-то или жетон, я не знаю. И 96 тусклого янтаря. Пускай дальше идет. И мы с тобой глянем еще один пак. Но уже за рекламку. Вот этот. Ну что, забираем монеты Одина. А тут только ресурсы. Окей. Нисколечко не обиделся, нисколечко не расстроился. Так, давай мы с тобой, наверное, здесь заберем пак, который у нас готов к открытию. Кревет, шепот смерти, громобой, водорез. Что-то все как-то по стандарту идет. Так, это закрываем. Здесь забираем с тобой. Так, подожди, обмен. Два блестящего янтаря, окей. Так, а здесь у нас получается тусклый янтарь и 100 цветочков Фреи. Шикарно. Есть новые события? Есть, друзья мои. Есть у нас сегодня новые события. Это круто, будем его проходить. Слушай, что здесь такое? Не могу понять, что они показывают мне. Расширить ангар. За 270 рун предлагают. Максимальное число драконов. Слушай, ну я не знаю. Мне незачем, в принципе, ребята, этого делать. Пока и так всего хватает. Стоп. Погоди-ка. А, фу ты, ё-моё, я уже думал, что у меня это пропали все мои прокачки, ё-моё. Шуганули, а. Так, это у нас громобой. Так, скалотряс. Подожди секунду. Кревет. Давай кревета прокачаем до 60 уровня. Пускай летит. Ну, будем надеяться, друзья мои, что шторморез. Да, наконец-то. Ё-моё, ну вот. Перешел он в тита. Ух ты, как он классно стал выглядеть. Блин, ты посмотри, как прикольно он стал выглядеть. Так, ну что, прокачиваем в плане. Чего, рыбы не хватает? Вы серьезно? Не хватает рыбы, говорят. А вот это что, по-вашему? Наивные. Давай. Так, теперь древесины, говорят, не хватает. Где у нас древесина? Вот она. Все, иди, иди, прокачивайся дальше. Весночес. Тоже мы его немножко подкачаем. Пускай летит. Так, погоди-ка секунду. А нам еще ведь кто-то нужен. Кого мы с тобой прокачиваем? Так. Я его только отправил на обучение. Вы издеваетесь? Я могу, по-моему, двоих здесь обучать. Так, громобой у нас 63 уровня. Ужасный... А, вот что вы говорили. Конечно же, друзья мои, ужасное чудовище, да, 54 уровня. А я и забыл про него. Точно. Все думаю, кого же мне до 60 уровня прокачать? Вот тебе кандидат, елки-палки. Спасибо за подсказку, друзья мои. Так, здесь мы с тобой забираем все награды. Так, цветочки Фрей, да? Мы, кстати, с тобой, знаешь, что не делали давным-давно? Защиту Олуха. Вот я сейчас только об этом вспомнил. Так, здесь 20 часов будет созревать это яйцо. Так, Беззубик, ты что-нибудь мне принес?
Ну понятно, 1 миллион рыбы. Все очень-очень плохо. Так, я заберу, пожалуй, древесину здесь у вас и отправлю вас дальше на поиски древесины. Ага, у меня еще тут... Ой, какой маленький шанс, друзья мои. Очень маленький шанс. Ну, понятное дело, что я не попал. Ну что, Костолом, придется тебе идти дальше обучаться. Ну, что ж поделаешь, вот не везет тебе. И наших дракончиков. Вы мне подсказали, что нужно вот этих ребят, драконов наших, прокачивать, которые у нас летают в путешествие, да? Я бы, друзья мои, с удовольствием бы это делал. Но вначале нужно докачать все-таки тех до 60 уровня. Я вообще хочу уже как можно быстрее перейти на следующий ранг. Так, и что мне? Шестеренки? Руны. Ну что же, руны так руны, 12 штук. Так, сарделька, надо тебе дальше лететь. Слушай, я ведь не могу его прокачать, по-моему, да? У меня уже там все места вроде как заняты. Не-не-не-не-не, подожди, вернись. Да, все места заняты, поэтому пускай летит в приключения тогда. Так, ужасное чудовище, точнее, Кривоклык. Пускай летит там у реки, делает, что хочет. Грангильда у нас будет заниматься... Чем она будет заниматься у меня? Пускай показывает пример. Не знаю, правда, кому, но пускай показывает. Так, дневная фурия. 50 тысяч рыбы принесла. Ничего больше у нее хорошего в рюкзаке не оказалось. Забираем с тобой 100 рун. Так, и отправляем на поиски. Бесплатно. Ребят, ну это не принципиально. Пускай просто летит и ищет, потому что все ячейки забиты, да, в академке. Я ее прокачивать не смогу. Так, здесь обменяем вот это вот. Ух ты. А, это образ. Я думал, что это новенькое. Так, здесь нам, как всегда, не хватает вот этих флагов. Не хватает колокольчиков. Здесь не хватает ракушек. А здесь не хватает капканов. Ну, а здесь, естественно, тонны шестеренок. Здесь, кстати, сумки. Ну, сумки не обязательно. Рыба мне как бы сейчас не нужна. Ну что, давай, наверное, сходим с тобой на защиту олуха. Давно мы там не были, если честно. Будем с тобой обороняться. Причем 54 уровень. Единственное, что я отправил... А, подожди-ка, не понял. Секундочку, кто у нас... Угу. Так у меня и кревет. Так, от этих пока избавляемся. Берем водореза. Так, фурия у меня на задании. Да и все, больше некого взять мне, если честно. А кревет 93 атаки наносит. Слушай, прикольно. Ну давай вот так вот. Ребят, какая разница, тут главное участие. Победим, проиграем. Мне, конечно, хотелось бы выиграть, но ключики. Ох, ё-моё, нифига у него тут флотилия. Ты посмотри. Защитите олух. Ну давай, поехали. Жестко, конечно. Так, ну беззубик, как всегда, ребята, должен быть на высоте. Что там творится? Ой-ой-ой. Кто-то атакует, вот это вот. Кто-то пока с меня бомбит. Минус. Так, беззубик, ну зачем ты вот пошел вот это вот делать? Я не понимаю этого, ребят. Он сразу побежал атаковать флагманский корабль. Зачем? Надо вот этих вот вначале забомбить. В принципе, вот правильно делает у нас водорез. Вот, красавчики. Вот теперь можно спокойно... Ну, три ключа я не получу, ребят. Не хватило буквально немножечко. То есть, он, да, как говорится, уничтожил ключ нам. И мы его уничтожили. Но два ключа все-таки мы с тобой зарабатываем.
Но награда здесь так себе. На место каждого уничтоженного корабля встанет 10. У Олуха нет надежды на спасение. Я это уже неоднократно слышу. Вот, кстати, друзья мои, где мы будем с тобой получать шестеренки. Я совсем забыл, думал, где же мы с тобой очень много их получаем. Да-да, именно здесь. Так, ну что, давай-ка мы, может быть, в приключение его отправить, а? Бухта Драконьего края. Да, пускай летит. Пускай летит. Здесь мы с тобой заберем награды. Ух ты. Так, здесь забрали. И здесь забрали. Так, и остается у нас с тобой что? Пойти на события, да, скорее всего? Все здесь уже сделано. Я сейчас посмотрю, ребят, вот здесь вот. Все ли я забрал? Да, здесь все собрато. Так, а сколько у нас с тобой цветочков Рэй? Так, 15 дней еще осталось, а цветочков даже 1000 нету, да? То есть я думал, может быть, мы с тобой успеем накопить на что-нибудь. Скользкопев у нас есть, он нам как бы не нужен. Если только... Королева огнеедов у нас есть, но у нас не уникальная, а, по-моему, редкая, если я не ошибаюсь, да? Она как раз у меня здесь... Вот она. Да, редкая. А там уникальная. Ну, вроде бы и все, да? Ну что, отправляемся тогда с тобой на событие. Подготовка. Смелое расположение. Окей. Ну, как ты видишь, да? Блин, опять, ребята. Почему я только нажимаю и все, и сразу же диалог исчезает? Что-то мне подсказывает, что здесь будет очень сложно. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой поменяем. Так, стальной капкан пока отдохнет, а вместо него я возьму ветрокрыло. Так, снарядить. Вперед, давай смотреть. Что здесь за боевка? Надеюсь, не 6 волн. Это будет очень сложно, если будет опять 6 волн. Ну-ка. Нет, 2 волны, отлично, друзья мои. Ну что, поехали. Так, это у нас древоруб собственной персоны, да? Уровень пока 12. То есть, скорее всего, мы это испытание с тобой пройдем. Если это то, о чем я думаю, то это испытание мы пройдем. Конечно, может быть, не сегодня, но большую часть пробежим. Так, тихо, ох ты, массовая атака была. Да зачем нам усыплять? Мы пока и так справимся, да? Кританул. Кривоклык, молодец, красавчик. Здесь давай так атаковать. Блин, зеленый. Я, наверное, здесь подхилюсь. Да, он атакует очень слабо. Поэтому мы его сейчас разберем. Ничего существенного он не делает. Давай опять кусать его. И добиваем. Вторая волна, смотрим, кто у нас. Злобный змеевик и Громоль. Начнем со змеевика, потому что Громоля... А, Громоль красный. Громоль красный. Ну давай вот так вот сделаем. Я вот не помню, у него двойная атака или одинарная. Одинарная. Хорошо. Так, уничтожаем. Ну что, Громоль, давай, потанцуем. Нет, 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 парень. Он себе, кстати, повысил усиленную атаку, видишь, да? Мечик нарисован. Почему я не взял и не сделал слепоту на него, скажи-ка мне на милость. Ведь мог и забыл. Да тут, в принципе, не актуально, ребята, мы так и так его победим. И переходим на следующий этап. Ага, здесь еще колесо надо крутить, вспомнил. Вау, да ладно. Прилив сил, спасибо большое. Это нам пригодится. И... Да неужели пак? Ареновский давай. Ах ты. Блин, было бы круто, если бы Ареновский нам выпал. Так, ребят, мы еще забираем с вами пак. А это уже Ареновский. Ну-ка, смотрим. Шторморез. Кревет. Душитель.
И все. Ну что ж, ничего не поделаешь. Ну а мы переходим с тобой на следующий поединок. Мы его проходим, и нам дадут обычный пак. Так, значит, здесь душитель и... Ужас. Так, начну с душителя, наверное. 13 уровень, да? Окей. Крылатый ужас. О, да он вообще не дамажит даже нисколечко. Так что все. Его песенка спета. А вот душитель, да... Несмотря на то, что он маленький, слабенький, он... Еще та проказа. Видел? Понизил мне атаку. Этот понизил броню. Молодцы, хлопчики. На-ка. Все, слепота висит на нем, поэтому можно не волноваться. Мы даже можем с тобой, если что, хильнуться. Если нам понадобится, конечно. Я думаю, что понадобится, если успеет. Да, успеет. Так, этот промахивается, и мы с тобой сейчас хильнемся. И добиваем. Так, вторая волна, кто у нас тут? Скала и Громль. Ну, естественно, надо начинать со скалы, чтобы он тут не буянил своими разбегами и прочим. Так, пускай немножко поспят. Сейчас мы с тобой добьем, скорее всего, скалу. И у нас тут маленький Громль. Так, что он будет делать? Понятно. А, он зеленый, ё-моё. Он зеленый. Я думаю, что он такой-то? Ну что, слепо... Я хотел слепо... Вот эта спешка моя меня бесит, ребят. Блин, хотел же слепоту на него повесить. И вместо этого укусил. Ладно. Ну что, очередная победа. И сейчас мы с тобой заберем, ну, обычный пак. Давай смотреть, что нам тут достанется. Воу-воу-воу, друзья мои, еще один ареновский пак. Это что-то. Ну, тут древесина. Я бы был бы в шоке, если бы перелетел еще бы на один ареновский пак. Ну что же, прекрасно, мы с тобой забираем пак. Дальше у нас с тобой идет... Так, сколько? 3 энергии, да? Раз... Два, да, мы сегодня, вот прямо сейчас пройти должны полностью с тобой это испытание. Как раз энергии хватит, лишь бы нигде не проиграть. И тогда все будет у нас окей. Так, а здесь интересно, здесь у нас креветик. Ну, 12 уровень, ребят, несмотря на то, что он титан. Все-таки уровень слабенький, поэтому я думаю, мы здесь победим. Начинаем с него. О, как он получает звездюлей-то от нашего Барсика. Ну, Барсик 14 уровня, поэтому сам понимаешь. Причем фиолетовый наносит усиленный урон по синим. Вот видишь, здесь в уголочке все обозначено. Так, кревет, конечно, сейчас что-нибудь сделает. Нет, я думал, он будет плеваться в нас. Но нет, ничего такого не произошло. Я, наверное, вот так сделаю, друзья. Подлечу маленько моих драконов. Что ты там делаешь? Понял. Так, залечим раны. Куснем. Так, он опять сейчас что-то будет делать. Да ты запарил своими фаерболами тут. Расшвыриваться. Оу-оу-оу. Кревет. Это у нас этот драгун, драгур и шторморез. Блин, вот этот, конечно, шторморез классно выглядит. Ты посмотри, прям молнии вокруг него. Да, эпично. Начнем так, наверное, с тобой. Кто там будет ходить? Вот это, да? Получается. Хотя можно было бы их всех усыпить, на самом деле. Так, наверное, даже было бы лучше. Они бы спали бы, и мы с тобой бы разбирали одного за другим. Ну, уже поздно. Ой-ой-ой-ой-ой. Походу, дело доигрался, да? Ходу дела мы с тобой потеряем сейчас. Но не сейчас. Хотя, погоди. Ну-ка, вдруг еще поживет маленько. Посмотрим сейчас. Так, он поменял цель. Блин, а этот-то у нас... Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас, наверное, звезданет. Да. Потеряли мы с тобой, конечно. Не хватило мне буквально одного хода. Вот так я хотел, ребята, усыпить.
Ну и сейчас, сам понимаешь, мы их разберем. Причем без проблем. Ну, добиваем. И победа за нами. Давай, давай, что-нибудь хорошенькое мне, пожалуйста. Ну нет, только не рыбу. Как будто я большего не заслуживаю, да? Только рыбу. Ну, понятно, древесина, рыба, пошло-поехало. Побаловали маленько нас. И хватит, сказали. Но 100 рун. Это, кстати, тоже неплохо. У нас с тобой становится их сколько? 400? Ну, 500, грубо говоря, да? 500 рун. Это классно. Так, а теперь у нас мини-боссики пошли. Давай посмотрим, кто там у нас. Сколько волн, во-первых? Две? Две. Ну, тут все понятно. Начинаем, наверное, с громорога. Или как? Или... Не, наверное, все-таки с громорога. Будем его ушатывать. Я понимаю, что древоруб опасен, но... Он будет еще опаснее, если громорог всех пробафает здесь. Понимаешь, да, о чем идет речь? Это же громорог, он бафер. Ну, вот, об этом я тебе и говорил. Что у нас с тобой есть? У нас все с тобой очень плохо. Хотя, возможно, нам повезло. Ты прикинь? Ха. Он своего напарничка просто одним ударом сжег. Вот так вот. То есть он довольно сильный. Именно по атаке. 13 уровень. Плюс из класса стражей. Он уничтожил Громли. Это, конечно, ребята, что-то с чем-то. Ладно, мы на него вешаем слепоту, опять же. Ничего нам не сделает. И он очень тяжело разбирается. Несмотря на то, что он 13 уровня. Да. Ну что, с первой волной мы справились. Переходим на вторую и смотрим, что у нас тут. Ага, ужасное чудовище. Все фиолетовые. То есть, если мы будем с тобой применять супер атаку ветрокрыла, то он их тут хорошо прижучит. Попробуем, попробуем сейчас с тобой дожить. Раз, два, три, они сейчас ходят втроем. Потом ходит у меня Кривоклык. Кривоклык просто укусит. А вот Ветрокрыл... Ну, я на самом деле думал, что будет больше атака по урону. Но это уже не важно, ребят. Главное, что они спят. Главное, что не спят, и нам остается только лишь разбирать. Так, здесь можно вот так сделать. Хильнуться. Так, водорез. Мы его разбудили. Нормуль. Так, и... Ужасное чудовище, да, у нас тут проснулось. Но оно уже все, ребята, оно ничего нам не сделает. Так что бояться не стоит. Так, давай, давай, ветрокрыл, ударяй. Барсик, добей критом, пожалуйста. Чуть-чуть не хватило ему. Ну и фиг с ним. И добиваем. Как-то так, друзья мои. Так, сейчас будем крутить колесо. Прикинь, вот я смотрю, здесь 100 элитных карточек находится вот в этом паке. Еще ни разу мне за всю игру, что я играю, ребят, ни разу не выпадал вот этот пак. А хотелось бы. Так, древесина. Понятно. Давай еще. Что такое одна рыба, а? Одна рыба нам выпадает. Ну и как ты понимаешь, у нас с тобой последний заключительный бой. Он как раз будет происходить с боссом. Хотелось бы мне посмотреть, что там будет за босс. Но вот такие вот испытания, если честно, я люблю. Они проходятся одной заходкой. Главное все правильно сделать. И ничего страшного здесь нету. И награды солидные. Ты крутишь и колесо, плюс у тебя есть вероятность, что на колесе ты получишь пак. Но если не получишь пак, то ты получишь ресурсы. Это тоже немаловажно. Да? Ну и второе, то, что ты получаешь там награды, которые уже присутствуют. То есть выгодно это все. Слушай, у нас, кстати, два злобных змеевика. Я только сейчас увидел. Ой-ой-ой. Так, мне нужно ушатать. Да блин, сейчас будет супер удар.
Смотри-ка, нет. Не стал он делать суп-удар. Но мы потеряем, скорее всего, кривоклыка. Угу. Так и произошло. Значит так, у нас остаются ветрокрыл и барсик. Нам нельзя потерять с тобой барсика. Вот никак нельзя. Потому что ветрокрыл один не справится. Тем более против красных, сам знаешь. Так, он проснулся. Ё-моё, у него суперудар сейчас будет, да? Ать. Это терпимо. Это не страшно было. Что-то там. У него усиленная атака, ё-моё. Мы его должны разобрать. Да. Сейчас мы его усыпим и добьем. Барсик, ты готов? Ну что же. Ох, тихо, ё-моё. Я забыл, что здесь, ребята, еще. Я-то думал, что здесь одна волна. Ага, одна волна, блин. Что мы будем с тобой делать? Как мы будем с тобой здесь выживать? Я-то хотел, блин, если бы был кривоклык, он бы, конечно, мог бы взять его под контрольку. Ты понимаешь, о чем я? Ну ладно, блин, я даже не знаю, сможем ли мы здесь разрулить вот эту вот всю ситуацию. Вот я к чему говорю. Так, этого мы разбудили, да? Он сейчас, естественно, будет ветрокрыло бомбить, 100% тебе говорю. Воу! Не-не-не-не-не-не-не-не! Так, погоди секунду. Вы сказали... Да, 280... Я могу, ребята, взять. Я беру. Я трачу руны. Трачу осознанно руны. Да, все-таки... А почему же тогда там показывали, что за деньги? Я не пойму, ребят. Блин, он же сейчас сделает... Лучше ты потрать. Не, ну не так же мощно-то, блин. Блин, да что делать-то? Так, мне нельзя потерять барсика. Барсик — это единственный, кто может наносить урон. Этот, если будет усыплять... Ой, ребята, нам туго придется. Ты посмотри, как я его сейчас запарюсь уничтожать, ребят. А он будет... Слушай, он же должен, по идее, усыплять, да? Ну что это за дамаг такой, а? Блин, я его запарюсь сейчас уничтожать здесь. Так. Почему-то сработало только лишь на моего ветрокрыла. Может быть, нам тоже, блин, пора уже все-таки, я не знаю, усыплять его или еще что-нибудь с этим делать. Ну что это за дела такие, ребят? Так, мы хиляемся и продолжаем его, блин, бомбить. Да. Опять хиляемся. И удар. И вот так вот потихоньку, полигоньку нам придется. У него на пятой энергии, да? У него на пятой энергии будет сон. Может, отравление повесит на него, я не знаю, ребят. Сейчас усыпит. Причем всех. Сейчас будет атаковать. Так, проснулись мы, да? Так, сейчас, лишь бы барсика не трогал. А нам с тобой за этот момент нужно... Блин, ну еще когда атакует, он тоже, по-моему, себе восстанавливает здоровье, да? Или мне кажется? Нет, не кажется, ребята, он восстанавливает себе здоровье. Как быть тогда? Так, что он там думает? Может, травануть его, я не знаю. Как еще с ним быть? Сейчас опять сон будет. Не делает он почему-то. Он не делает сон. Меня это немножко, если честно, напрягает. Вот сейчас что-то будет. Хм. Что-то подозрительно. Чего он выжидает? Мне главное, ребята, чтобы барсик остался жив.
Блин, я все-таки потрачу вот так вот. Я не хочу рисковать, ребят. Вот что он, вот что он выжидал. Я понял, ребята. Это хорошо, что мы все-таки хильнули с тобой Барсика. Именно вот такую вот он покость и ждал. Чтобы атаковать, чтобы, как тебе сказать, уничтожить его. Но, слава богу, я его раскусил. Все-таки я предугадал. Он хотел вот понизить здоровье до половины, а потом вот выжидал свой супер удар, чтобы тем самым уничтожить просто сразу Барсика мне. Так, ребята, извините, тут опять отвлекли меня звоночком. Значит так, давай отравим его. Ударим. А, все, все, он погиб. Давай крутим колесо с тобой, смотрим, что оно выпадет. Ага, древесина. Я думал, все-таки остановится на паке. Угу. Ну, это только мои мечты. Опять рыба. Окей, и мы забираем с тобой 500 цветочков Фреи. И прошли мы с тобой испытание. Прекрасно, будем надеяться, когда-нибудь мы освободим тех несчастных драконов. Вот, держите, вы заслужили. Спасибо тебе, Икинг. Щедро с твоей стороны. Так, ну, а мы с тобой, естественно, будем открывать сейчас. Где они? Так, три пака, да, у нас получается. Необычный набор. Шторморез. Сразу вижу, ребят, по крылу. А, нет, да что ж такое-то, это острокоготь. Он у меня есть, и, по-моему, даже не один. Видишь, два в наличии. Если отпустить... Слушай, он дорогой довольно-таки, 260 тысяч... рыба. Давай мы его, наверное, в ангар пока отправим, пускай там сидит. Избавиться от него можно в любой момент. Так, новый набор жетонов. Что же нам здесь выпадет? Так, шторморез. Кстати, смотри, если еще 70 карточек получим, мы прокачаем его до 14 разряда. Это будет вообще офигенно. Так, кревет, шепот смерти и все. Так, хорошо, и у нас с тобой обычный пак. Ну, тут монеты Одина, а сама начинка у нас Громыль, Костолом, Водорез и немножечко ресурсов. Ну что, прекрасно, друзья мои. Здесь у нас пока никаких событий больше нету. То есть, что могли, мы с тобой прошли. Единственное, что я могу предложить, это сходить еще на арену. Ну что, пойдем на арену, сходим, прогуляемся. Местечко у нас с тобой есть. Паки, ты сам прекрасно знаешь, лишними не будут. И, кстати, у нас скоро, буквально через 5000, будет новый ранг. Именно ареновский. Так, ё-моё. Вот это собралась компашка у нас тут. Шепот смерти, шипорез. Молодцы. И уровень такой, да? 14-й, 13-й. Все, как мы любим. Надо было шипорез атаковать. У него была, по нему была усиленная атака, ребят. Вот. Вот что я называю усиленная атака. Это круто, конечно, он бомбит. Но в ответку мы тоже получаем не кисло. Вот. Так, под гипнозом, да? Слушай, а... капканчик-то не попал под гипноз. Это круто. Слушай, я думаю, все, они доигрались. О, промахнулись. Так, уничтожаем душителя. Ох, вообще идеально. Так, сейчас, кстати, будет разбег. Будет сейчас разбег. И, скорее всего, хотя уничтожить вряд ли он уничтожит, потому что мы ему понизили атаку. И добиваем. Прекрасный, прекрасный, конечно, дракон. Но то, что 11 уровень, слабоватый он именно в защите. Так, и обычный пак мы с тобой заработали здесь. Так, ребята, здесь нам достается с вами солянка. Солянка — это разные категории драконов. Именно там фиолетовый, красный, там зеленый. В данный момент у нас зеленые, красные и синие.
Естественно, громорога нужно бомбить в первую очередь, чтобы не бафал он тут. Ну, я, наверное, не успею. Хотя... Нет, не успею. Ладно, сделаем хотя бы так. О, он даже бафать не стал, прикинь. Ну, это круто. Мы его уничтожили. Здесь понижаем атаку. И, скорее всего, добьем сейчас. Да? Нет, не добьем. А почему? Пониженная атака, все понял. Ой-ой-ой, а вот это плохо, ребят. Это плохо было. И это он с пониженной атакой так ударил? Ничего себе. Костолом, ты че это? Рамсули попутал? Блин, он сейчас опять. У него на четвертом... На четвертой энергии, ребят, начинается разбег. Ну, он оглушит, но убить не убьет. Все, а мы его уничтожим. Прекрасно сыграли. Двигаемся дальше. Так, друзья мои, опять соляночка у нас вот получается. Зеленые, красные, синие. Так, ну что, штормореза будем, да? Бомбить. Ё-моё, понижает атаку. Это плохо. Блин, эй. Потише, ребята. Потише. Ну-ка. Замечательно, так, уничтожаем. Костолом пока просто ударит. Дальше мы с тобой сейчас понижаем атаку, наверное. Да. Кривоклыку. Кусаем его. Что он там сделает? Да ничего. Мы его добиваем. Опять же понижаем атаку. Сейчас будет разбег. Сможет уничтожить или нет? Нет, не смог. Не хватило силёнок ему. Потому что пониженная атака у него была. Окей. И... Да все, наш. Слепоту повесили. Теперь просто уничтожаем. Так, погоди. Давай так сделаем. ГЦ. Едем дальше. Соляночка у нас. Но тут громобой красный. И шипорез. Но синий. Костолом, как всегда, зеленый. Понятно. Блин. Ну, я так и понял. Они сейчас будут мне всячески уничтожать мне именно. Ну, давай попробуем так сделать. Фигня получается, да, какая-то? Раз, два, три. О-хо-хо-хо-хо. Вот этого я и боялся. Этот сейчас добьет. И этот сейчас тоже вмажет кому-нибудь. Но промахнулся. Блин, нам нужно всего одного дракона подбить. Так, все, пак у нас в кармане. Ну, конечно, хотелось бы здесь выиграть. Но что-то мне подсказывает. Не судьба. Ой, потеряли мы с тобой, скорее всего. Да, кривоклык. Ну, а барсик здесь сам за себя постоять, ну, никак не сможет, потому что не хватит у него мощей тут против этих жиробасов выстоять. Особенно вот этот вот, костолом. Он достанет меня своей вот этой фигней. Хотя все, ребят, проиграли. Но, тем не менее, одного дракончика мы подбили. И пак у нас будет в кармане. Так, давай посмотрим, что нам здесь достанется. Шторморез, кривет, громобой, шепот смерти. Ужасное чудовище, громорук отпрыск, вострозуб и все. Ну что, поехали за вторым тогда паком. Раз пошла такая пляска. Там какие 15 уровни, да, показали против нас? Ё-моё, 15-й, 14-й. Все довольно серьезно. Ну, что ты? Ха-ха, малорик. Промахнулся. Кого он будет атаковать? Барсика, да, хочет? Хочет барсика уничтожить. Мы можем с тобой сделать либо так. Давай, наверное, так и сделаем. Так, замедляшка на них сработала. Минус пристиголовый. Так, этот... Ой-ой-ой-ой-ой, он под усиленной атакой...
Твою же дивизию, что он творит, а? Поехали, короче. Нам нужно с тобой, знаешь, что сделать? Прекрасно. Очень прекрасно. Так, он у нас будет, скорее всего. Да, надо понизить атаку его, это во-первых. Уничтожил, да? Молодец. Уничтожил Барсика мне. Так, давай его бомбить дальше. Так, кусаем. Он зеленый, поэтому Кривоклык должен с ним довольно неплохо справляться. А вот сейчас будет снотворное для нас. Ну, это понятно, ребята. У него вся шкала заполнена, естественно, он будет... Да, он промахнулся еще. Ну что, начало неплохое. А здесь, друзья мои, немножко похуже обстоятельства. Во-первых, здесь два зеленых. Это Громорог и... Ё-моё, у меня же из головы вылетело даже. Так, тихо, он промахнулся. Чего? Офигеть, ты посмотри, сколько... А, 16 уровня, ё-моё. 16 уровня, нифига себе, ребята. Ты видел, какой он жирный? Фиг ты его пробьешь. Так, ладно. За нас сыграет только одно, ребята. Это вот это вот. И плюс... Тихо ты, ё-моё, ну что ты творишь? Так, нам нужно понижать атаку. Вот сюда. Потому что этот будет делать разбег, поверь мне. Сейчас побежит. Он не упустит такого шанса, чтобы не побежать. Я уже это заметил. Громорог сам по себе слабый, поэтому нам нужно костолома с тобой валить. Желательно побыстрее. Потому что это основной их дамагер здесь. Так, сейчас он просто ударит. Так, мы сделаем вот так. И начинаем бомбить Громорога. Так, он ставит защиту. Он, ребята, хочет на ничью выйти. Все, я понял. Специально все это делает. Но он не успеет. Получил, как говорится, свое по полной программе. Смотри. Два синих плюс фиол. Так, фиол у нас душитель. Получается, да? Да, душитель. Так, он у нас фиол против него. Ого! А чё так? Да ладно, потеряли что ли? Нет. Но, скорее всего, сейчас потеряем. Хотя, подожди. Как говорится, уйдем, но с музыкой, да? Да, потеряли мы его. Душитель, нифига он, ребята, бомбанул. Так, надо его вычеркнуть из этого списка. Так, давай вот сюда, наверное, ударим. Блин, понижает атаку мне. Они оба, что ли, с понижением атаки, а? Работают. Прикинь. А мы сделаем с тобой хитро. Вот так вот. Давай, ушатывай своего другана. Блин, не ушатал, а? Давай сюда, наверное, сделаем. Так. Давай вот так вот. Ну-ка. Успеем уничтожить его. Так, ладно, тогда слепоту вешаем. Вешаем слепоту. О-о-о, вовремя я сделал, ребят. Вовремя и добиваем. Прекрасно. Побед за нами. Так, у нас с вами последний поединок. Надеюсь на это. И мы с тобой заработаем пак. Нам нужно убить одного дракона. Любого. В идеале, конечно, их всех нужно истребить. Но тут 15-16 уровень, я не знаю, ребят. Сейчас громобой ходит. Потом... Ай, как больно. Барсику досталось. Ой, Барсику. Нашему стальному капкану. Все. Очень быстро, конечно, не вырубает. Так, этот еще под усиленной атакой. Ты посмотри. Громобой-то. Ё-моё. Так, этот, Пресеголов.
промахнулся. Вот и славненько. Вот и славненько. Так, уничтожаем, да? Сможем убить? Да. Ну, с плестиголовым мы должны, в принципе, справиться один на один. Он делает... Тихо, подожди, не это мне надо, а вот так. Все, он наш. Он наш, друзья мои. Он уже ничего не сделает против нас. А мы его сейчас будем разбирать. Прекрасный, прекрасный поединок. Жалко, конечно, что очень быстро у нас погибает стальной капкан. Вот мы с тобой и забираем последний пак вождя. Шторморез, Мострозуб, Кривоклык и все. Как-то вот так у нас сегодня получилась, друзья мои, серия. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!